решающий удар. И время было дороже смерти. В московской битве рядом сражались сибиряки, герои-панфиловцы, отважные моряки. И в каждом сердце звучали слова: «Мы не дрогнем, не отступим, мы будем стоять насмерть до последнего патрона, до последнего солдата». Вся Москва от мала до велика поднялась на борьбу с врагом. Каждый был готов отдать жизнь за свой любимый город. Сборные пункты пришли сотни тысяч москвичей, готовых встать на защиту Москвы. В Москве и области было сформировано 16 дивизий народного ополчения и 120 тысяч добровольцев. Они хотели защищать свой город любыми силами и любой ценой.